Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Разнообразие моделей от фасонов, напоминающих палатки, до фасонов с пышными рукавами свидетельствует о том, что этот тренд сохранится с нами надолго. Уверяю вас, приобретая это платье, у вас не возникнет вопросов, с чем его носить. Отличный фасон, который добавит необходимого объема, если это необходимо, и скроет лишние килограммы. Для лета выбираем платье из натуральных тканей, добавляем элегантную сумочку, мокасины, шляпку или платок на голову. Для прохладной погоды идеальное платье из трикотажа разных оттенков. Можно дополнить образ высокими сапожками, мартинсами, ботинками на массированном каблуке. Если сомневаетесь, идет ли вам такой фасон, обязательно дополните образ широким ремешком. Комфортное вязаное платье согреет, когда на улице царит прохлада, дождь и ветер. Объемные узоры визуально заставят фигуру выглядеть крупнее, чем есть на самом деле. Поэтому сбалансируйте вязаное платье с легким узким низом. Приятный сюрприз для женщин, которые любят удобство в этом сезоне. Снова в моде платья-балахоны. Они не только выглядят стильно и создают загадочный образ, но и невероятно удобны. Их свободный силуэт идеально подходит для любой погоды. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!